На прошедшей неделе произошло два ДТП с пострадавшими. На перекрестке улиц Зерновой и Садовой столкнулись автобус и автомобиль марки «Део». В результате аварии пассажирка городского транспорта попала в реанимацию. Водитель автомашины «Део» при повороте налево не уступил дорогу рейсовому автобусу «ЛиАЗ». Значит, в результате чего пассажирка данного автобуса получила при падении телесные повреждения. Значит, у нее это черепно-мозговая травма, перелом свода и основание черепа. Состояние пострадавшей пока неизвестно. Врачи продолжают обследование. Еще одна авария произошла на улице Силкина. Пенсионер на «Шевроле», выезжая из парковки торгового центра, не уступил дорогу мотоциклисту. Мотоциклист получил у нас телесные повреждения, перелом правого запястья со смещением, вывих левой ключицы. Был госпитализирован в травматологическое отделение КП-50. С 11 по 14 июня сотрудники госавтоинспекции провели профилактическую операцию «Нетрезвый водитель». Шестеро саровчан попались правоохранителям при вождении в состоянии опьянения. Один водитель мотоцикла, значит, не имея соответствующей категории, категория А, потому что мотоцикл был, значит, более 50 кубических сантиметров у него объем двигателя. Вот. В нетрезвом состоянии, значит, без категории. Вот, не остановился на требования сотрудников, пытался скрыться, но был задержан, оформлен. Это в районе 4 КП. Все дело происходило. Вот, оформлен уже в Яблоневом саду. На этой неделе сотрудники ГИБДД будут активно проверять водителей грузовых автомобилей и такси. С 18 июня правоохранители проведут операцию «Бахус» по выявлению саровчан, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.